Гриш! Ну, Гриш! Гриш! Ну, Гриш, мы с тобой договаривались. Ну, Гриш, мне дали собаку выгулять. Ну, собаку. Ты каждый день гуляешь с этой собакой. Какой по 25 раз. Каждый день по 25 раз. Ну, мы договорились. Жуля съел. Ну, перестань, Гриш. Ну, перестань. Мы же договорились кроссворды отгадывать. Давай, слушай. Ой. Ты уже у нас это, послушай. Гриш. Ну, Гриша! Все, не отвлекайся. Все. Твою, этой. Съел. Слушай, перестань, а. Дай это вот тут. Место, где мужчина и женщина становятся одним целым. 5 букв. Гриш, думай. Значит, место, где становятся одним целым. Дом. Чего ты говоришь? Дом. Кого ты лепишь? 5 букв. Это 3. Дом-то. Ну. Может, домик? Не, домик плохо. Домик. Домик. Нет. Сейчас. Место, сейчас. Где они целым. Ой, 5 букв. Думай, Гриша. Скамья, лежанка. Может, кровать. Значит... Автомобиль. Извини. 6 букв. Я уже сам посчитал, извини. 5 надо. Да, ну, попроще, нет вопросов. Я собаку выгулю, сиди. О, стол подходит. Даже собака задумалась. Стол подходит. Стол нормально. Объединяет мужчину и женщину. И детей, и собак. Сиди. Слушай, не отвлекай, а. Гриша. Ты сегодня мне принес не букет из целых роз. Я тебе принес? Да. Ага. Ты сегодня мне принес не букет из целых роз. А что? 7 букв. Что? Думай, Гришан. Значит, что принес? Принес зарплата, деньги, подарок, сюрприз. А? Ну что ты выбирай, я уже мозг измотал. Ладно, давай другой сложный вопрос. Жили-были дед и баба, и была у них... Сидеть! Я не тебе. Я не тебе сейчас, не тебе. Ты специально, Гриша, да? Я тебе иду сейчас. Уйди, мать ты. Нафиг ты ее берешь, а? Далее, дома. Жили-были дед и баба, и была у них курочка-ряба. Жанр, 5 букв. Жанр, былина, предание, легенда. О динозаврах еще скажи. Давай, думай. Сказка. Нет. Эпос. Эпос? Так эпос 4 буквы. Эпос. А, эпос с. Эпос. Подходит, молодец, Гриш. Ну да. Что скрывается за улыбкой Джоконды? 4 да. буквы. Недосказанность. Интрига. Ну только хорошо, но букв-то много. Стремление, желание. Стриптиз тоже не подходит. Это... 4, скрывается. Мыслительность. Одухотворенность. Сколько букв? 4. Зубы. Глянь. Подожди, сосчитай. По горизонтали зубы. Всегда по горизонтали. Зубы по горизонтали. Гришка. Правильно. Ты умный. Подошло. Подошло, Гриш. Даже собака напряглась. Слушай, перестань идти этой. Нафиг ты ее взял? Дали. Дома. Чем больше женщину мы любим, тем легче нравится мы ей. Автор, 5 букв. Легче. Но если легче, это физика чем уже. Легче. Легче. 5 букв, думай, Гриша. Не Эйнштейн ли физик? Эйнштейн ли много? А не... может, гей-люсак? Или боль-мариот? А может, кури? 5 букв ты. Кури. С женой физики. Он... И она кури, оба два, то есть вместе. Грих. Да. Не отвлекай, я 5 букв. Я весь мозг здесь. 5 букв. Ньютон. Ньютон. 5 букв. Ньютон. Без тире. Ньютон без тире подходит, Грих. Ну, пиши. Ой, блин. Вот, и, что, зря молодец, вышли загуливать. Гришка, ты умный. Да. Что, перестань, отвлекай. Я ничего сейчас не сказал. Ну, вот сердце мужчины лежит через... 7 букв. Через 7 букв? Не через 7, а любовь мужчины лежит. Еда. Нет, я сам сейчас. Питье. 7 букв. Водка. Значит, шахматы. Гандбол. Гандбол. Гандбол? Гандбол. Гандбол. Подходит. Пиши. Гандбол подходит. Гандбол. Сердце мужчины. Крик о помощи, 3 буквы. Крик о помощи, 3 буквы. Эй! Куда? Эй! Эй, где буквы? Ты что гонишь-то? А ты восклицательный знак за букву уже не считаешь? Это не то, что... Эй! Эй! Крик! Эй!
подходит с восклицательным. Ну, подожди, может, подумаем. Для восклицательного клетки много. Эй, может, может, эхо? Эхо. Или ухо, может? Нет, ухо нет. А может, сос? Это что, сос? Сос. Служба спасения. А-а-а. Подходит. Сос. Служба спасения. А о, это просто о! О, сос. Гришка, ты умный. Ну, я вот жизнь бы не догадался. Потому что много гуляю. Песня про мурашки. Про мурашки? Ну это элементарно. Ой, мороз, мороз, мурашки, не мороз меня. Геннадий Ведов. Юра Гречев.